Зима в Подмосковье – проект губернатора Московской области, который объединил работу всех муниципалитетов по созданию новогоднего настроения у жителей и гостей региона. И в Ленинском районе в нынешнем году каждый сможет найти занятие по вкусу. Любите кататься на коньках? Для вас открыты катки и хоккейные коробки. Предпочитаете лыжи? Добро пожаловать в парки. А еще вас ждут замечательные горки. Стоит только захватить ледянку, и хорошее настроение обеспечено. Ну а если вы любите веселые представления, игры, мастер-классы, следите внимательно за афишей новогодних мероприятий. Их в разных поселениях района будет в достатке. ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. В этих социальных сетях появилось сообщество «Зима в Ленинском районе». Афиши, анонсы, туристические маршруты. Все это вы сможете там найти и спланировать свои новогодние каникулы. Сегодня мы решили открыть сезон катков. На территории Ленинского района подготовили 27 ледовых покрытий. Вы сегодня тоже будете кататься? Обязательно. Я сегодня не один пришел. Я первый раз сегодня поставлю на коньки свою дочку.